нашей серии. Так холодно. Вся бухта тетя Фрути замерзла. Холод идет из дыры в дереве. Это наш старый дом. Ноги в руки и вперед. Вперед! Дыра в другой мир. Спускайтесь, тут так здорово! Да? А там холодно? Я уже иду! Ого! Лечу как птица, и сердце стучится! Та-дам! Эй, карапузы, спускайтесь! Ой! Чудесная пижамка, Тина! Да, но ведь здесь ничего не видно! Ничего не бойтесь, все за мной! Здесь так темно и так холодно. Мы уже пришли. Пахнет диносупом, который варили динозаврики. Обожаю. Ну вот, мы пришли. Так холод пришел к нам отсюда. Вот беда, но решение найдется всегда. Ух ты! Тина и Дина, почему вы не рассказывали о своем мире? Какое чудесное место и все такое морозное. Да, все заморожено. Интересно, где моя кузина? Кузина! Кузина Пиби, как я рада! Будем смеяться до упаду! Стелла, ты вернулась? Ты тоже, Дина? Угу, да. Мы заволновались. В наш мир проник холод из мира Айси. И нам неспокойно. Посмотрите, все вокруг тает. Не бойтесь, мы исправим вместе. Я Кони. Это Дримми, Шана и Кристал. Очень рада знакомству. Идем, познакомлю вас с друзьями. Ну вот, моя новая работа. Просто чудесная. Что скажешь, Нису? Эй, Сауру, у нас гости. Тут гости, очень приятно. Не обижайтесь. Никто не ходит к нам в гости. И она стесняется. Идем, найдем остальных. Тила, у нас гости. Гости? Подружки, вот это новость. И кто же они? Я Кони, это Кристал, Шана, Дримми. Хотите попробовать дино-суп? Он вас согреет. Хотя тут стало ни капли не холодно. Как вкусно пахнет. Приятный запах, а на вкус еще лучше. Как вкусно, а можно еще? Я слышала, у нас гости. День добрый, приветствую. Ух ты, какие способности. Ой, это был мой подарок вам. Но ничего страшного. Простите, что раньше убежала. Я надела юбочку, чтобы исполнить приветственный танец для вас. Идем. Каток не такой замороженный, как обычно, но все равно здорово. Так гораздо лучше. Ух ты, какие красивые. Обожаю коньки. Со мной такого не случалось, но лед потихоньку тает. Там большая дыра, и холод уходит. Поэтому мы здесь. У вас здесь тает лед, а у нас там все заледенело. Не бойся, Сауру, мы позовем на помощь. Нельзя, чтобы весь холод ушел. Не то наш мир растает. Мы пойдем к принцу и принцессе. Они знают все на свете. У них повсюду глаза. Принц и принцесса? А где они? Вон там, в замке. Ух ты! Так хочется увидеть принца и принцессу. Ой, они знают, что я сорвала цветочек. Ух ты! Они приветствуют статуи? Не знаю. А где же тогда принц и принцесса? Добро пожаловать в мир Айси. О, Тина, Дина, Стелла. Какое счастье, что вы здесь. И вы тоже. И да, Кони, мы все на свете знаем. Ой. Мы знаем, что вы здесь из-за мороза, который к вам просочился. Ух ты, тетя Фрути замерзла. Тишина. Стелла. Мороз из мира Айси проник в другой мир и заморозил его. И наш мир растает. Холод уходит через дыру. Дрожу от страха, как лист на ветру. Из-за дыры мороз в наш мир пробрался. Мы не знаем, что делать, но будем очень стараться. У нас мало времени. Нам надо удержать холод. Надо скорее найти решение. Или равновесие в мире нарушится навсегда. Карапузы, вы готовы? Да!